Зоя Панкова из Лежнего заведует яслями садом «Ромашка». Им второй год подряд везет с попаданием в региональные программы. В прошлом дождались капремонта. В этом вошли в проект «Детское пространство 37» и получили современную спортивно-игровую зону во дворе. На нашей спортивной площадке есть мини-стадион. Мы отрабатываем навыки футбола, баскетбола, волейбола. Есть батут. Можно попрыгать. На самом деле очень интересное, очень красивое. Мы сейчас проводим вот уже среди Лежинского района, среди садов Лежинского района мы провели спортивные соревнования. Проект «Детское пространство 37» был инициирован депутатами Ивановской областной думы в 2021 году. К сегодняшнему дню новые игровые зоны построены в 28 садах региона. Из бюджета области на эти цели было выделено около 45 миллионов рублей. Здесь собрались практически все участники проекта. Одна из целей встречи – рассказать, кто и как использует современное спортивное и игровое оборудование, какие игры и занятия теперь можно проводить. Обсудили также конкурс, который предложила провести председатель областного парламента. Конкурс методических разработок. Мы надеемся, что эти методические разработки помогут и другим детским садам реализовывать мероприятия спортивно-игровые уже в новом формате, современном, актуальном формате. Думаю, что у нас все получится. Сейчас разрабатывается регламент конкурса. Он стартует в конце ноября. Итоги подведут в мае. 5 садов-победителей пригласят к себе всех остальных участников, чтобы наглядно показать, какие именно игры и спортивные мероприятия проводят на новом оборудовании. Татьяна Прокопенко, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».